Ну, татарин приходит в мечеть к муле, да, и говорит: знаете, вот, ну, грех на душу взял. Он говорит: какой? Ну, я вот во время войны, да, в подвале еврея прятал от немцев, да. Вот. Он говорит: да какой же это грех? Я же наоборот хорошо, да, ты человеку жизнь спасал. Вот. Тот говорит: ну ладно, хорошо так. Но дело в том, что я с него по 100 баксов каждый день брал, да? Это же грех. Он говорит: ну, конечно, грех есть, но небольшой. Ты же все равно его спасал. Ну, хорошо, вот. Ну, этот татарин пошел к выходу, да? Вот, идет, идет. И говорит: а может, стоит ему признаться, что война закончилась?